Дела идут в гору. У меня есть квартира и машина. Но я не хочу прожигать жизнь обычным рабочим. Я всегда мечтал стать полицейским. Чтобы моя страна и нация гордилась мной. Я буду самым лучшим полицейским среди всех. Сюда. Где миграционная карта? Где прописка? Где лицензия на трудоустройство? Откуда приехал? Я в натуре, что друзья, с вами Стэн и мой друг Легалайз. И я. Мы два рыцаря свободы, два рыцаря справедливости. Нам надоело терпеть насилие, контрабанду, всяких мотоциклистов, анонистов. Мы хотим, чтобы люди жили реально в мире и справедливости. Сегодня, я думаю, на нас в планах стоять на посте, тормозить всякие машины. Едет. Давай. Смотри, что делает. А ну-ка. Все, одумался. Ну, Хонда его не попрет. Здравия желаю. Глушу мотор. Вас приветствует старшина Тимати Сантропе. Проверь его пока по базе, Мигель. Покажите ваш паспорт. Преступлений ноль, розыска нет. Все, я проверил, можете ехать дальше. Спасибо. Удачи, да и вам удачи. Нет. Давай. Сюда. Мусора, блядь. Он дальше поехал, за ним. Ну зачем на Жиге ты уезжаешь? Вот она, я ее вижу. Мне кажется, он просто на бурынок едет. Или по делам, я не знаю. Тормози. Подрезай давай, у меня почему-то оружие не отображается. Давай. Еще. Все. Да, я выйду. Сейчас стрелять так начну, не глупи. Подожди. Гражданин. Стоять. Стойте. Вы почему не остановились? Почему продолжили движение? Потому что не было сигнала. Вы не говорили в рацию. Мы говорили в рацию. У нас есть видеорегистратор, где все это записано. Вы не говорили в громкоговоритель остановиться. Я, конечно, не хотел бы вас арестовывать, честно скажу. Но так как вы не остановились, когда я указал жезлом, продолжили свое движение, даже когда мы говорили в громкоговоритель, и даже после подрезания вы продолжили свое движение, я вынужден вас наказать в связи ваших нарушений. Прежде чем, конечно же, арестовать, надо ему сказать финальную речь, после чего, собственно, арестовываем. Да не сюда, Легалайз, дальше едь. Все? Мы его арестовали. Кстати, я получаю 20 тысяч рублей, ты представляешь? Больше будет стимула их не убивать, а именно сажать. Прикинь, если 6 звезд, это 60 тысяч получается. Надо будет проверить. Ай, бэха, бесполезно. Не ты случайно. Я ж твою собаку ел. Что? Я твою собаку ел. Может, вы имели в виду член? Нет, собаку ел. Вы сказали слово член? Ты посмотри на морду его. Бля, мне кажется, он в натуре под кайфом. Он реально под кайфом. А на его морду видел? На его морду? Да, на его морду, посмотри. Так это же нарушение, гражданин. Нельзя обзывать сотрудников ДПС. Отстань! Нет! Профилактику, вы хотите профилактику? Нет! Ну да, вы хотите профилактику. Я не на его морду. Раздвигайте булочки. Я не на его морду говорю. Булки расслабили. Не надо! Сейчас мы припугнем, пацаны, мы не будем его арестовывать. Гражданин, вас в тюрьму или в наркологичку? Наркологичку. Нам это нравится. Я собаку ел. Мы вас привезли в наркологичку. Нет, если собаку есть, начну гав. Нет. Выгоняй. Смотри. Все, сняли сопровождение. Садись. Вот теперь это точно сработало. Все, едем. Я думаю, так ему будет лучше, честно. Все ради него. Сейчас в пару секундах объясню, что было дальше. Я решил изучить планшет и зашел в карту преступности. И увидел, что неподалеку от нас в Батрево есть красная точка. Мы решили поехать туда и проверить, что там происходит. Мы подъезжаем, но кроме бомжа там ничего не замечаем. Это не я. Лохи. Сам, сука, дебил. Не успев далеко уехать, вижу, что бомж стреляет по нам. Я принимаю решение вернуться, потому что, скорее всего, он и являлся той самой красной точкой. Смотри, мастерски улизнуть надо. Давай, вяжем. Давай, выходим. Ай-яй-яй. Гражданин, мы видели, как вы настреляли. Зачем вы так? Я привлечь свое внимание, я хотел извиниться за то, что лохом назвал. Ладно, можно договориться? Можем. Я слушаю ваш договор. Сколько бананов вы любите?
100. 100 бананов, не меньше. Нас двое. Вот звездочки мне уберете? Я не чувствую вкуса банана. Если в течение 3 секунд мы не получаем, о чем мы договорились, мы прямо сейчас едем в участок. У нас нет времени здесь ждать. Все зафиксировано. Ты что говоришь так? Судя по всему, пацаны, мы сейчас что-то получим. 100 тысяч рублей. Реально? Совершаем обмен. Есть! Получаем деньги. Майк, но вы знаете, после такого действия вы самый законопослушный, блядь, гражданин этой области. Вы молодец. Спасибо, спасибо. Опа, опа, Бентли. Видно, человек с деньгами. Да-да-да. К обочине, молодой, блядь. Блин. Здравия желаю. Вас приветствует старшина Тимати Сантропе. Предъявите ваши документы. Здорово, здорово, ебать. Брат, ПТС нету, машину вчера угнал. ПТСа нет на машину? Не, машина не моя, говорю. Окей, паспорт показывай. Паспорта тоже нет, я этот мигрант. Тогда вам придется проехать с нами. Мы выясним вашу личность и разберемся с вами. Выходите из машины. Выходите из машины, считая до трех. Раз. Не, брат, пошел нахуй. Поехали, сын. Что он сказал? Машина заглохла. Да это самый любезный нарушитель. Ладно, едем. Сюда, давай. Сюда. Тормозим, стрелять буду. Тормозим. Ё-моё, тормозит, блядь. Давай, едем, сука, у меня оружие не досталось. Едь давай. Какой у него ID был? Еду. Вот он, я его вижу. Давай. Блядь, сука, дебил, а. Все, я за руль сажусь. Бери оружие. Какой даун, ты сам, блядь, ездить, сука, не умеешь. Приготовь сразу команду, чтобы рез сдавать. Ну вот как обычно, из-за тебя, блядь. Ага, конечно. О-о-о-о, падает, смотри, падает. Как у него ID? Так. Сука, он уезжает дальше, я думал, он сейчас взорвется. Если я сейчас прыгну, я могу взорваться, мне это не надо. Но дальше он, я думаю, далеко не уедет, там проблема. А, вот он. Ай-яй-яй-яй, вот я его вижу, сука, чуть не ударились. У нас все, блядь, за погоней? А, сейчас все, чекай. О, ну еще меня дауном тут называют. Ездить научить. Стоять. Мне кажется, он сломан, он очень медленный. Давай. Я начинаю шмалять. Все, нормально, сейчас все, догонять пойдем. Все, а под... Сука, блядь. Ты такой конченый. Я за руль сажусь, у меня оружие кончилось. У меня тоже его немало. Сука. Немного. Мы такие конченые. А, смотри, ну я хотя бы ему смог подстрелить, он уже медленный, сейчас мы его догоним. Я просто, пацаны, поражаюсь, это самая тупая погоня. Как можно было так тупо врезаться в каждое дерево? Ты шмалять в него собираешься вообще? Да, у меня 10 патронов, я по одному патрону пытаюсь посадить. Сука, еще чуть-чуть осталось, он тоже дымится. Давай. Шмаляй быстрее. Все, выпрыгиваем. Ой, дубинка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Стоять! Стой! О-о-о, пошел. Мужики, хули вы доебали? Да, сейчас мы тебе засунем что-то в промежность. Вы что вообще делаете? Я спокойно ехал по делам. Все. Иди сюда, малыш. Брат, давай договоримся, не чужие люди все-таки. 200 тысяч. Не, брат, столько нету, не могу столько дать, могу, 50 максимум. Не, 50 не разговор, я тебя арестую, 60 получу. Мужики, будьте мужиками, сегодня вы мне... Все, 14 коп даем. Ёбаный рот, ты охуел, что ли, куда? Еще даем. Ёбнуться. А почему вы так с нами общаетесь? Да ты что, гонишь, что ли, ну это ж пиздец. Да ёбаный ваш рот, вы меня заебали, туин, не отпустили быстро, я домой попиздил в лес, вы охуели, что ли, твари ебаные, блядь. Вы нахуй как стояли там, жопу долбились, дальше так и стоите, я спокойно, сука, отпустили, блядь. Подожди, Леглайс, а ну останови где-нибудь, только не на краюшке, чтобы нас не скинули. Что ты там говорил, что мы делали? Да мужики, ну чё вы к словам придираете? Давай, выходи. Да ну его нахуй, поехали. Дружище, у нас есть вариант. Я могу прямо сейчас тебя отпустить, снять тебе розыск, и ты пойдешь в свой лес к своей семье, как ты хотел. Ты согласен? Давай, брат, я погнал. Все, что тебе надо сделать, это просто сейчас встать на колени, хорошенечко меня отблагодарить, никаких денег не надо, и я тебя отпускаю. Нет, брат, когда я кого так благодарил? Поехали, нахуй. Я считаю до трех, если ты не согласен, мы уезжаем. Раз, два... Все, хуй с тобой, давай. Ну, давай. Я не слышал, я тебе сказал.
Тимати, ну ебать вот скорострел, бро. Да, еще, я не закончил. Да, конечно, я уже вижу. Еще раз, или мы все-таки едем. Меня это не удовлетворяет. Брат, у твоего напарника джун 2.5. Два. Вторая палка. Три. Быстро. Ладно, погнали. Едем. Братишка, ты молодец, ты на зоне будешь петухом. Ёбаный рот, мы с вами договоримся, что это за хуйня? Какого хуя? Ты это будешь говорить не мне, а надзирателю, который таких голубков, как ты, очень хорошо любит. И хорошо любит — это глагол. Дорогие друзья, принимайте петуха. Петуха, он нам пытался отсосать, чтобы маньяк, мы его выпустили. Маньяк. Смотри, петушара пришел. Надо петушить его, маньяк. Стреляют! Гаси их, братья, гаси! Что это было? И причем при всех? Что это? Проститутка. Что это было, а? Ничего, мы тебя довезем, бабе, не переживай. Все, прощай, петушок. Все, друзья, он отбывает. И что мы получаем? По деньгам вообще не пишет. Вот и подошел рабочий день к концу. Пацаны, если вам понравилась работа ДПС и вы хотите новые серии здесь, то обязательно делайте фидбэк. Потому что я его читаю, на основе его делаю новые серии. Поэтому, пожалуйста, в комментарии. С вами был Стэн Лютер, подписывайтесь и ставьте лайк. Всем спасибо, пока.